встречаюсь с людьми из-за короны, из-за всего. Вот. И особенно мало встречаюсь вот с этой подружкой своей. Вот она местной национальности, достаточно хорошая девочка, только получается, что чехи очень сильно как бы нервничают из-за короны, пытаются вот это все, ну, пытаются ограничить общение с людьми. Вот, и поэтому, наверное, хотя, с другой стороны, у нас самые высокие числа, поэтому не знаю, насколько они, ну, те друзья, по крайней мере, с которыми я общаюсь, пытаются ограничить общение и не встречаться. Вот, поэтому я уже даже забыла, как это оно, знаете, с кем-то встретиться. Хотя, видите, я была неаккуратная и тоже заболела, так что не знаю, где эта золотая середина. Вот тут вот лево, это вот, получается, какие-то офисы, вот там вот тоже офисы Афи Каролин. Если честно, за свою жизнь, вот именно здесь, где я сейчас запарковалась, я была один раз на концерте Лободы. Меня вообще сюда судьба не заносит. Меня вообще судьба сюда не заносит ни по каким вопросам абсолютно. Это вот только сейчас мы собрались на кофе, и я решила, что надо выбрать какое-то интересное место. А так район, по-моему, считается неплохим. Очень много людей здесь, ну, потому что офисы. Ну, в принципе, как и на Смихове. Но Смихов не такой красивый. Нет, только не это. Ну, как всегда, хочешь пойти? А, нет, это не открыто. Только вот в следующих дверях. Ну, хорошо. Еще подруга опаздывает. Как я люблю этих опаздывающих вечно подруг. Тогда пустим гудбу, так же мы можем, не можем мовить. Можем мовить, а то... Але я все хочу вилепшувати. Сегодня буду делать пасту. Затарилась в Лидле. Очень хороший такой кремовый сыр использую в супы. Или вместо, в данном случае, вместо сливок для вот этих королевских креветок. Такие креветки бывают иногда в Лидле. Они... Получается, здесь 300 грамм свежие незамороженные креветки, и стоят они 80 крон, то есть это где-то порядка 3 с чем-то евро. Сыр у нас за 12 крон. Вот такую вот у нас засуба спагетти, запас на долгие, всё. В общем, отражает это всю любовь нашу к спагетти. Целый килограмм. И в Лидле такие макароны из, кстати, твердых сортов пшеницы можно купить за 30 крон. Это евро 20.
Помидорки. Помидорки вообще достаточно дорогие в Чехии, и купить что-то вкусненькое можно за деньги побольше. Вот такие вот обычные, они продаются как бы дешевле, но я извиняюсь за свой маникюр, я после уборки собираюсь только сделать. Вот такие помидорки, они достаточно безвкусные, они, ну, зато дешевле они стоят. Вот такие помидорки черри, как, или коктейльные, как их называют, они стоят дороже. Пришлось остановить видео, потому что у меня начали куковать мои часы. Вот эти с кукушкой. Наш ретро-коусек, ретро-предмет. Значит, по поводу помидорок. Вот такие помидорки в основном в супермаркете можно найти даже за 160 крон за килограмм. Это очень дорого. В Лидле, конечно, можно найти по акции подешевле. Вот эти помидорки я покупала на блошином рынке на остановке у Электри. Это блошиный уикендовый рынок. Там продается тоже продукт. Так что будем сейчас из этого всего делать вкусняшку. Здесь я себе приготовила крекер, который сейчас съем, чтобы не умереть с голоду, чтобы быть в хорошем настроении для будущей готовки. Вот это такие крекеры, тоже из Лидла. Они бывают со вкусом вот эти сыр и лук, бывают еще базилик и томаты. И так, стоимость таких крекеров 20 крон. Очень вкусные, и я так понимаю, что не совсем химозные. Да, вот как видите, достаточно хороший состав. Кстати, купила недавно себе в Чиво. Вот можете видеть, такая у меня, кажется, как будто мочалка. А на самом деле это должна быть ловушка для водного камня. У нас жутко жесткая вода. Я не знаю вообще, если это все зависит от района или если это зависит от, наверное, от района, без понятия. В любом случае, что и на предыдущей квартире у нас тоже там вода была жутко жесткая, и налет в чайнике был очень быстро видно. Все, вы можете видеть, что чайник кажется как будто грязный, но это просто от него налет. И то же самое это на всех вот стаканах, которые я стараюсь как бы мыть, но вот все равно оно вот так вот остается, и мне это очень нравится. И я думаю, что это не совсем полезно, поэтому открыла такую ловушку для водного камня, вроде как помогает. Вот, купила в Чиба. Кстати, пока буду готовить, решила показать свои покупки из Лидла, что очень мне нравится и стоит достаточно дешево, особенно в Лидле, и качество абсолютно без нареканий. Значит, вот здесь вот я купила песто, оно с добавлением пармезана, базилика. Вот, можете посмотреть состав, сыр даже вон есть, пекарина романа, йогурт, молоко, даже вон видите 5% кешью орешков, это вообще 38% базилика. То есть состав очень даже достойный, и такая баночка, да, 190 грамм стоила всего лишь 30 крон. Мне кажется, что это очень выгодная покупка. Тоже вот мы покупаем очень часто вот этот хумус. Он бывает с разными вкусами, он натуральный, очень вкусный. И такая, и стоимость такого хумуса — это 22 кроны, то есть не целое евро, даже доллар за хумус. Вот из неполезного, это наш любимый лот. Пикантная сырная намазка с чесночком. Она бывает еще по акции иногда в XXL размерах. И цена ее в XXL, по-моему, достигает всего лишь 30 крон. Хотя там, по-моему, 400 грамм. Вот это 150, это не по акции была, это была обычная. Она стоила 15, по-моему, крон или 19, я уже точно не помню. Ну, как бы это такая не очень полезная вещь с майонезом, но очень вкусная, прям вот вообще, особенно если намазать на какой-нибудь багет, очень вкусная. И вот еще такие два соуса в стекле, прошу заметить. Значит, один из них
Это томатный соус обычный, то есть как бы без всяких добавлений, вот 99% помидор и просто консервант лимонная кислота. Здесь 700 грамм, то есть этого хватит на 2 или даже на 3 раза делать пасту с томатным соусом, и стоит это 30 крон. И еще бывает у них вот такая. Это тоже томатная паста, только с добавлением базилика. Вот можно даже увидеть. Тоже 700 грамм. И тоже 30 крон стоит. Вот здесь получается немножко меньше состава. 98, не 99, а 98 помидор, базилик, сахар и соль. И, в общем, видите, что здесь нету никаких химических добавок. И цена, мне кажется, очень классная. В Лидле бывают очень классные акции. Например, как эта XXL упаковка. Например, не знаю, сыров, колбас, соусов и так далее. Была сегодня тоже акция громадная, килограммовый тунец в масле растительном за 150 крон, килограмм тунца. Мне кажется, мы не съедим, поэтому я не взяла, но взяла килограмм сыра. Вот такая упаковка Айдама стоила 130 крон. Как видите, состав тоже очень-очень натуральный. В общем, это такие мои бюджетные, но тем не менее качественные закупки. И не менее важно, вкусные. Вот столько у меня получилось креветок из той большой пачки. Это буквально сколько? 6, 8, 10, 12 креветок за 80 крон. Конечно, это не дешево, но мне кажется, что в обычных ресторанах и в обычных супермаркетах все равно за такую цену вы такие большие красивые креветки не найдете.